Как избежать рисков и получить кредит по низкой ставке? Ответы на эти вопросы ульяновские бизнесмены смогли получить на семинаре, на котором обсуждались перспективы комфортного ведения бизнеса в Ульяновской области. Выяснил, что главный толчок для успеха в своем деле – это участие в конкурсе «Регионы. Устойчивое развитие». Авторы лучших инвестпроектов получат льготы, поддержку государства и коммерческих банков одновременно. В чем заключаются льготы? Это срок кредитования до 15 лет, это снижение уровня обеспеченности по проекту, это софинансирование предприятий для получения доли собственных средств. На семинаре выступали члены оргкомитета, специалисты банковской сферы и, конечно же, представители власти. Тем временем деловые конкурсанты мотали на ус информацию от уважаемых спикеров. В частности, губернатор Сергей Морозов отошел от темы самого проекта и рассказал, чем так привлекателен наш регион для открытия и продвижения своего дела. Как оказалось, только в Ульяновской области можно полноценно выучиться на бизнесмена. С нового учебного года в образование Ульяновской области введена всеобщее предпринимательское образование. Ни в одном регионе Российской Федерации этого нет. Прием заявок на участие в конкурсе проходит с 1 сентября по 30 октября на официальном сайте. К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты, которые должны быть воплощены на территории Российской Федерации. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.